И в Тараклии торжественно зажгли новогодние огни на Зеленой Красавице и открыли парк аттракционов. Все развлечения организованы для жителей города бесплатно. О том, как прошло открытие, в нашем репортаже. Главная елка города расположена рядом с парком имени Юрия Гагарина. Для сотен местных жителей, присутствовавших на открытии, был организован концерт. Три белых коня! На торжественном открытии праздничного городка выступил мэр Тараклии Вячеслав Лупов и депутат от партии ШОР Вадим Фатеску. Хотим, чтобы в наступающем году у нас все было хорошо. Это, наверное, самое главное, да? Чтобы у всех было здоровье, чтобы не было войны. И самое главное, чтобы мы были все счастливы. А счастливы мы будем, когда мы будем рядом друг с другом. Все вместе. У Тараклии однозначно есть потенциал к развитию, заявили местные власти. У Тараклии есть огромный потенциал. Мы сможем все сделать. Вы видите, что и инфраструктура наша улучшается. Скоро и деньги сюда польются рекой. И все будет замечательно. Я думаю, что все люди, которые разъехались по загранице, с удовольствием вернутся сюда и будут рядом с нами. Депутат от партии ШОР Вадим Фатеску отметил, что в последние годы Тараклия стремительно развивается. Мы сегодня были на открытии елок в вашем тараклийском районе в нескольких селах. Поверьте мне, когда в селах столько детей, у этого района есть будущее однозначно. И мы, как сказал Слава, поможем в этом. Я уверен, что все те проекты, которые задумывались нашей командой, мы осуществим. Осуществим вместе с вами, для вас, для будущего Тараклии. Помимо бесплатных аттракционов, детей развлекали сказочные герои. Рождественские елки были открыты почти во всех населенных пунктах Тараклийского района.